разрешите мне остановиться на наиболее острых проблемах, на мой взгляд, на которых бы хотелось бы сконцентрировать ваше внимание. Первое. Социальное положение и защита прав сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Практически 5 лет не индексируется денежное содержание этой категории наших высококвалифицированных специалистов, от которых зависит стабильность в государстве, сохранение российской государственности, безопасность в стране. Конечно, они не стоят в очереди к уполномоченному. И, конечно, я от них лично не получаю обращения. Но их родные и близкие, жены, матери, дети обращаются ко мне очень нередко и обеспокоены тем, что слишком длинные очереди на получение жилья и слишком слабые перспективы на получение субсидий. И действительно, в этом году были выделены далеко не заявленные и не необходимые объемы денежных средств для реализации этих нужд. Просила бы вас, уважаемые депутаты, при рассмотрении закона о бюджете обратить на это самое пристальное внимание. Особо остро стоит вопрос, связанный с несовершенством правового регулирования порядка получения военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов, проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, жилищных субсидий в случаях их выезда с указанной территории.